день, меня зовут Дани. Хотел вам сегодня рассказать о машинах. Живу в Арабских Эмиратах, переехал уже как полгода. Живу в Эмирате Шарджа, занимаюсь продажей на экспорт машин новых, поддержанных, продажи запчастей и так далее. С 2010 года гонял машины именно отсюда, так как были таможенные очистки дешевле намного в странах СНГ. Ну, в общем, я затрудняюсь ответить на вопрос, сколько я машин перепродал. Ну, в порядке, наверное, около 100 машин, может быть. С этого базара примерно я покупал в порядке 30-40 машин именно для перепродажи. Машины перегонял Mitsubishi Lancer, BMW, Camry, Toyota. Много Toyota догнали, FG Cruiser, Prado. Ну, в основном, вот тот год хорошо продавались Lancer. Ну, машина более бюджетная, с маленьким объемом, более подходящая для среднего класса людей, кто хочет приобрести более новую, более недорогую. Объем на Lancer небольшой, поэтому таможня небольшая, налоги маленькие. Поэтому это более выгодно был вариант. Сейчас чуть-чуть усложнились моменты по таможне именно в странах СНГ. Поэтому очень выгодно сейчас покупать машины новые, более новые. Потому что бывают очереди в салонах, в Toyota, Mercedes, BMW. Не всегда получается купить то, что хотите. И не всегда попадается та комплектация, которую хотите приобрести. Мы находимся на дубайском шоуруме, авторынке, где продают эксклюзивные, новые, поддержанные машины. Марки разные, все марки абсолютно, которые есть в мире, эксклюзивные и обычные. На любой вкус машины. Но не в каждой стране продаются такие марки, как здесь продаются. Они более эксклюзивные, либо комплектации более подходящие для человека. Ну и, естественно, по разумной цене. Продаются машины известных марок, как Mercedes AMG CLS 63, Ferrari, Italia разных моделей, Z4, CLS 63, BMW 640 6 серии, Mini Cooper. На той стороне стоит Гелендваген, Рейндж Ровер. Если кому-то интересны такие марки. Здесь внутри автомаркета стоят более эксклюзивные модели. Это Rolls-Royce, Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador. Если, может быть, кто-то хочет приобрести такую машину, то без проблем как бы. Хотел сказать о стоимости машин. Bugatti Veyron, стоимость 2 200 000 долларов. Год 2012, Авентадоры 2012 года по 390 000 долларов. Это Bugatti Veyron 2011 года, стоимость 1 200 000. И Rolls-Royce Phantom, стоимость 240 000 долларов. 2011 года выпуска. По доставке этих машин, если кто-то захочет приобрести такую машину, то авиадоставки без проблем в любую страну СНГ в кратчайшие сроки и помощь при оформлении всех документов на экспорт как бы тоже без проблем. Оформить машину день-два дня максимум. Авиадоставка зависит от самолета, там от недели примерно
до 2 недель, до 3 недель. Все зависит от самолета. Авиадоставка стоит примерно стоимость от 8 тысяч долларов и выше, в зависимости от машины, от веса и так далее. В стоимость страховки в авиадоставку все входит. Не только такие дорогие машины здесь есть и поддержанные. Приобрести их можно также по таким же условиям. Авторынок находится во фризоне, поэтому на экспорт более подходящее место здесь, более дешевое, можно сторговаться. Бэушные машины сейчас не очень выгодно стало гонять, так как таможенные пошлины поднялись. Поэтому на новые машины больше спрос, и на более эксклюзивные больше спрос. Есть миф, что с Арабских Эмиратов машины плохо работают печки и так далее. Да, это правда, но если машина сделана именно для Эмиратов, сборка Халиджи австралийской, то да. А если машины производятся в Германии на экспорт для продажи из Эмиратов в другие страны, то машины абсолютно одинаковые, печки там работают прекрасно. Печки, они во всех машинах нормально работают. Я говорю, если машина именно Халиджи австралийской сборки, то там может быть какая-то загвоздка, но во всех остальных случаях печки работают абсолютно одинаково, как и на всех машинах. Никаких проблем с этими машинами нету, потому что все машины, все Тойоты собираются в Японии, все немцы собираются в Германии. А здесь они просто перепродаются. Сборки эмиратской не бывает. Здесь машины не собирают в Арабских Эмиратах. Их здесь перепродают. Если вы хотите новую машину приобрести, то нужно знать конкретно, на какую сумму, какую комплектацию вы рассчитываете. Поэтому здесь можно выбрать на этом базаре более подходящую комплектацию для себя, более подходящую цену, можно сторговаться. Но дилер могут не сделать скидку. Была практика в покупке Porsche Cayenne, и там как бы даже $100 не уступили, а на этом базаре можно сторговаться. Поэтому машины здесь находятся во фризоне, они не растаможены и могут отправляться сразу на экспорт во вторую страну. Поэтому выгоднее брать здесь, нежели чем в салоне. Людей сюда приезжает очень много за покупкой со всех стран СНГ, со всех арабских стран. Как вы можете, вот образовалась пробка, поэтому этот базар очень пользуется спросом. Если сравнивать этот базар и базар в Шарже, то там находятся машины более среднего класса, меньше новых машин без пробега, больше БУ машин. Здесь более новые машины, более дорогие машины находятся. Ну и выбора, конечно, здесь намного больше, и больше вероятности взять машину, если ее покупаешь не новую, то больше вероятность взять не битую, в хорошем состоянии машину. Сейчас находимся в магазине автомаркете Toyota Lexus с менеджером по продаже. Можете представить, как вас зовут? Ибрагим. Ибрагим может немного рассказать о ценах и о машинах именно в этом салоне. У нас разные машины. Toyota продаются охотники, Hilux и двухсотки, как Land Cruiser, и Lexus разные, как Station, этот 570-й, LX, спортивный и неспортивный вид, и есть еще разные Lexus и разные Toyota машины. Но большой участок мы, который продаемся машины, это японский. По маркам Toyota Corolla новой модели, именно цену, именно цену на новую модель и объем двигателя. Цена там отличается от комплектации в машине. Там спецификации разные. Понятно. Есть. Понятно. Полной комплектации. Полная комплектация называется Limited. А сейчас наличия нету. А второй спецификации, который называется SE Plus, у нас наличие есть. Цена? Цена то примерно. Примерно долларов вычитали? 18 500, да, было? 18 550 почти. Угу. Lexus RX 350 здесь стоит в этом салоне. Да, да. Тоже хотел про эту машину узнать. Ну, она сейчас 13-й модель, которая есть. Около 50 тысяч чего-то. 50 тысяч
долларов, да, да, в среднем цену? Land Cruiser, они разные. Они идут как там дизельные, бензиновые, они очень отличаются. Ну, там около 50, 53, 57, там они разные по комплектации. Это в долларах, да, цены? Да, да. А новый есть, кому интересует кожаный салон, кому интересует подогрев, ну, DVD, это разные. Новый Land Cruiser Prado, стоимость вот на новую модель именно 2014 года? Ну, это уже 37 тоже полной комплектации. Чего-то. 37 и выше, 38, да? Так. Угу. Это новый рестайлинг 14, который да, сдает. Да, 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 новая модель. Да. На этом все. С вами был канал In Dubai. Меня зовут Дени. Если есть какие-то вопросы, можете писать в личку. Буду рад помочь всем по любым вопросам, по машинам, запчастям и так далее. Спасибо.